Чувствовать гибель каждого связано как-то. Были какие-то ретрансляторы. Там мысли, приказы, то есть как один большой. А потом тебе сбили настройку, ты с людьми не мог чувствовать связи. И это тоже, но больше я чувствовал, как они умирают. Уже настолько забили, что смерть, 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 это все в меня загружается, загружается. Ну, типа, чтобы личности потом куда-то погрузить на перерождение и прочее, но это все в меня шло. Когда слишком много осталось в моей памяти умерших образов, я перестал. Каждая смерть — это как клеточка мозга, и просто мозг сгорел к концу второго дня уже. Слишком много этих насекомых было. Слишком много. Но они большие были. Штурмовые, очень, да. Очень большие. Именно для планетарных, там же. И такое впечатление, что саранча наступает, небо не видно за этими кораблями, за ихними, вот просвета неба не видно, их много, их множество. Много. Просто невозможно, вот как, знаешь, как рой саранчи, вот именно, очень много, и Это здесь, чтобы не они... повторить такого, начали с орбитальной бомбардировки. Они совершенно не заканчиваются. Если вы убиваете один какой-то корабль, стреляете, уничтожаете, там другой, третий, пятый прилетает. Вот Да, они просто задолбили, пофиг. Они как вроде основной флот где-то на орбите застрял, вот над Землей, над этой планетой. И просто вот по очереди ниже, 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 ниже. Их много, полностью все закрыто. Сразу единовременная высадка всего, чтобы подавить огневую мощь. Ну. И такое впечатление, что со всех сторон, ну, если планета круглая, да, и с Да. этой стороны, и с этой стороны. Чтобы силы обороны терялись. Не могли представить, что будет столько. Так-то хорошая оборона была. Пока тебя не было, слишком они усилились. Ну, это немножко другие стали. Это модифицированные, мутированные. Да. А тактики никакой. Но они просто летели, как саранча, летели, летели, летели. Военачальник — это йог. Раньше было эффективнее. Они просто массой взяли, ну, количеством Да, своим. Их она просто очень. тупо давила, валила с эмоциями все. Вот добралась, и... но ее отвлекло хорошо. Потому что эта планета была хрен знает где. Она выбралась, ее отвлекли от основных сил. Смотри, когда она это поняла, что ее... И либо на досветовых скоростях пиликать к центру Вселенной, либо идти дальше. И она пошла дальше. Смотри, какие эмоции. Но там уже любви не было, Илья. Там уже только ненависть Это осталась. понятно, кто о чем. Я Я часть о том, что физического. вот только вот достать и... А планетка Как? была ловушкой, была Я далеко. могу, как я могу по-другому считывать информацию? Я не умею Не знаю. по-другому. Ну, прости. Планетка была далеко, без эмоций. И она окупилась. Там были, стояли эти штуки, которые ее раздражали. На всю Вселенную трещали. На них была... Я их вижу как-то странно так, знаешь, как такие огромные, как они называются там? Башни такие огромные, и внутри как ту-ту-ту, что-то, не знаю, что там было. Как радар такой. Да. Тут показывают радары, вот эти, сонары. Да-да, что-то прокручивалось так, и оно так громко, ну, нет, оно Для было нее тихо. громко. Для, оно было тихо. Ее Для не, нее и, громко. Да, люди его, ну, те, которые там были, они не слышали, ну, может, что-то, чуть-чуть, но для нее это было как вот луч такой, а посередке прям такая стрела, каким-то набалдашником, и по нему этот луч закручивался дальше и шел туда, передавался. Не знаю, что это такое. Так ей, передаются лучи? Ей головняк, да. Разные лучи бывают.
Эта ловушка была хер знает где. И она туда пришла. С большим трудом захватила. Причем послала то, что может быстрее долететь. То, что бомбардировку делает, это основной вот этот кубик. И тарелочки, они долго пилили, она вот пехоту, грубо говоря, быстрее долетели и бросила. Ловушка сработала. Но все остальные тоже шли. Вот у нее потом был выбор, либо идти вкусное доить, делать, либо на этой пустынной планетке обживаться. Она поняла, что ее накололи. И та вселенная выжила. Смотри. Поэтому. Да. Она просто пошла дальше. Да. Знаешь, вот если брать, она вот такая вот вселенная, она вот так вот прошла. Она более-менее почти в центр. Ну. Вот это было очень далеко. Она туда ушла, а там пустота. Одна эта пустынная планетка. На ней ферму делать, как на Земле. Ни ресурсов, ничего. Замучаешься. Пиликать обратно — это потеря хреновой тучи времени. Опять же. И она злая была. Ей нужно было за тобой как-то двигаться, уничтожить или подхватить назад. Вот. И вот, знаешь, на таких, как эмоции реально я ловлю от нее. Что, да. Ну, уже не вселенная важна, а вот достать тебя как-то. А потому что если я буду там, вселенной не будет. Я буду раздражать. Пока есть один осознанный, все остальные тоже ей не подчинятся, люди. А сейчас что осталось? На тот момент Рой она добить. Уже мутирована очень. Да, уже не только красно-черная, тоже мутирована. Она уже реально вот насекомое. Угу. Хуже, чем насекомое. Да, нету божественного, нету кона, нету... Красно-черный тоже мутирован, и у нее сознание пошло вирусное разрушение. Это даже уже не... Даже не секунду, это уже что-то непонятное. Один дух злобный.